хорошая картиночка. Ну что, приступим. Приступим тут. Кое-чего пришло. Комментарии. Доброе здоровье, естественно. Комментарии пришли. Вот сейчас мы их посмотрим, комментарии. Так, без моего ответа, это все мы. Вот, пользователь, юзер и так далее. Я хотел бы посмотреть, что он собой представляет, этот пользователь. Ага, Ника Семерина. Ага, вот она. Она. Что тут у нас главное? Все плейлисты проигрываются в Windows Музыка. Плейлист такой-то, одно видео, мила-тара-пара-пара, подписаться. О, все смотрите, такие у нее это, 19,4 тысячи подписчиков, 289 тысяч подписчиков, далее, 166 тысяч подписчиков, 548 тысяч, 1 миллион 300 подписчиков, 1 миллион 500. 590 подписчиков. Подписаться Александр Кондраш, Александр Кондрашов. Вот Ника Семерина пишет. Я предварительно так небольшое вступление. Я, знаете, любую информацию разбираю. И вот эта информация, что сейчас будет, почему я на нее делаю акцент, она касается практически всех людей. Вот, знаете, большим шрифтом заглавным. А почему вы не говорите, что у всех питающихся правильно, как вы учили, развивается анемия, и чем правильно питание, тем тяжелее форма анемии? Это такой вопрос. Ну, посмотрите на меня, любимого. Где у меня анемия? Вы знаете, вот что я вам советую, практически того же придерживаюсь я сам. Ну, где анемия? Анемичный, слабый такой, 70-летний старикашка такой, знаете. Что вы Ника плетете, мне хочется вот спросить. Что вы плетете? Тем более у меня есть видео в целебной кулинарии, где Нинель Генералова, которая сдала больше всего крови, рассказывает о том, как сделать кроветворение. Ну что вы плетете? А где это вы взяли? Вот где это плетете? В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Проблемами, связанными с кроветворением, сейчас страдает огромное количество населения земного шара. Недомогание, упадок сил, предрасположенность к инфекциям и простудным заболеваниям. Раннее увядание организма – все это следствие малокровия и неполноценности самой крови. Тема сегодняшней нашей программы – «Прощай, малокровие». На ней мы поговорим, с помощью каких продуктов и блюд можно поднять гемоглобин в крови. Да и вообще, сделать кровь здоровой. И в этом нам поможет уникальный человек Нинель Ивановна Генералова. Она за свою жизнь дала более 300 литров крови. Этот результат занесен в книгу рекордов Гиннесса. Мне неизвестен другой человек, который бы сдал так много крови за свою жизнь и сдавал ее так часто, как она. У нас в гостях Генералова Нинель Ивановна. За всю свою жизнь она почетный донор. Сдала 300 литров крови. Даже больше. Я не читала уже. Может, ЖКТ и здоров, но хроническая усталость, бесплодие, зацикленность на жест и отсюда одиночество, приводящее к шизофрении, гарантированно. Ну, посмотрите на меня! Ну, где у меня хроническая усталость? А ЖКТ у меня, я бы не сказал, что там совсем здоров. Я как дева по гороскопу, там есть, знаете, так сказать, нюансики. Хроническая усталость, бесплодие. Ух, что касается бесплодия, ё-моё, ну... Самец, в 70 лет, уж извините, что так я говорю вам. Вы знаете, какие дети получаются? Красавчики. Зацикленность на ЗОЖ. Ну, вот лично у меня зацикленность на ЗОЖ. Я вам говорю, что введите такой образ жизни, чтобы он был не напряжен, чтобы действительно вы не были каким-то фанатиком.
Да, есть какие-то процедуры, сделали, выровняли и пошли дальше. Знаете, вот как человек, который ведет машину, он регулирует рулем. Если он рулем не регулирует, а влетает в канаву, в ямы и так далее, тогда он ездит на ТО. Вот чтобы у вас ТО не было, регулируйте свою езду, свою жизнь. И отсюда одиночество. Ну какое одиночество? Ну какое одиночество? У меня лично нету этого одиночества. Допустим, если там мои близкие и не занимаются так, как я занимаюсь, но это не значит, что я с ними вообще там не общаюсь и так далее. У меня достаточно друзей. Достаточно. Я сам выбираю. Умница жена. Приводящий к шизофрении. Я что, шизофреник? Ну, посмотрите на меня, я что, шизофреник или кто-то такой? Я просто из-за того, что вот такие вот вопросы задаются, веду себя вот так вот. Потому что иначе, ну, нельзя. Я вот не знаю, я уже вам и по-хорошему объяснял, грубо говоря, и по-плохому. По-всякому шизофрения гарантирована. Вот 70 лет, и я что, занимаюсь практически всю свою жизнь. То спортом я занимался уже, так сказать, в юношестве. И дальше, значит, с вот этим здоровым образом. Я что, пришел к гарантированной шизофрении? Ну что вы мелите? Что вы мелите? С каких позиций вы мелите это? Дальше. И откуда, опять-таки, откуда большими заглавными шрифтами у зожников с чистым кишечником и печенью берутся остеофиты на суставах? Оказывается, они также остеохондрозники, как пьющие курильщики, обжирающие копченым мясом, жареной картошкой ежедневно, с таким же шейным артрозом, самым распространенным заболеванием, о лечении которого вы почему-то не рассказывали. А что мне вам рассказывать? Я уже столько рассказал вам. Я уже вам показываю. Показываю свой, будем говорить, свои суставы, свое здоровье, свои связки, свой шейный отдел. Я вам все это демонстрирую. Есть люди, которые вот действительно рассказывают, а сами-то что вы можете? Что вы можете? А ничего мы не можем. Мы только вот рассказываем. Я вам показываю, что у меня нету ни шейного этого самого артроза. То есть суставы. Насколько мощны мои суставы в 70 лет. У меня такого не было ни в 50 лет. Возможно, даже и в 30 не было. А вот сейчас есть. Далее. С чистым кишечником и печенью берутся остеофиты на суставах. Все еще зависит от того, кто как понимает ЗОЖ. Что там чистый кишечник там и печенью. Насколько это все чисто. Насколько человек этим делом занимается. И вот отсюда уже делаются какие-то выводы. А то человек говорит, да, я веду здоровый образ жизни, там что-нибудь там попрыгал, теннис там погонял и так далее. А все остальное так же у него. И вот такие вот вещи. Еще разок. Я не буду на каких-то там зожников ссылаться. Я ссылаюсь на себя. Вот он, я перед вами. Я перед вами. То, о чем я говорил, я это все делал. И показывал. Если я занимался спортом, то вот мастер спорта, а не просто ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я штану тягал, я тяжелой атлетикой занимался. А что ты достиг? Да, я достиг вот третьего взрослого разряда. А вот, пожалуйста, больше мастера спорта. Опа! Далее, я занимался развитием гибкости. Вот, занимался я в свое время. Закрытый лотос. Вот оно, пожалуйста. Сделайте закрытый лотос. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А я делал. Жаль, что я тогда не снимал. На одной руке подтягивался и на правой, и на левой. Ну ладно, опустим это. Далее. Голодание. 40 суточек. Вот оно, все, так сказать, запротоколировано. Вот оно, что выходило и так далее. Каким там я стал. Закаливание. И, наконец-таки, вот эти вот это самое, самым распространенным заболеванием шейным
артрозом, вот я перед вами сижу. Насколько мощный, посмотрите, у меня позвоночный столб. 440 килограмм я держу, приподнимаю, вернее, держать это, знаете, легче. Приподнимаю на плечах, Да? И что это тут, дальше? И я в питании не хочу сказать, что я очень там чего-то строго придерживаюсь. Основное там, вот, голова работает, умеренность. Хотя я раньше довольно-таки строго придерживался всего. Но потом все это, так сказать, умеренность. Чтобы здоровый образ жизни не служил вам какой-то обузой, а был в радость. В радость, чтобы все это было. Вот главное. О лечении которого почему-то не рассказывали. Я показываю вам этот артроз, мартроз и так далее. И гибкость, и мощь сустава. И... Куда вы смотрите, я не знаю. О чем вы думаете, я тоже не знаю. Хотя я для себя изучил, и как работает сознание. И далее. На ваши книги посмотрев, скажу, кидалово. И вот тут-то, так сказать, я, как говорится, и разошелся, и расходился. Смотрите. Пускай это будет кидалово. Вот так, чисто теоретически кидалово. А у вас свой собственный ум есть или его нету? Что вас кинули? Но он есть или нету? Задайте себе вопрос, не мне задайте вопрос, что вас кинули там, я там, грубо говоря, кинул, или еще там вас кинула, грубо говоря, вся мировая общественность и прочее. Вас кинули. А где был ваш собственный ум? Чтобы вы могли отличить, это кидалово, а это не кидалово. Я вам показываю собственный пример, чтобы вы видели, что благодаря тому, что я говорил и говорю, я достиг соответствующих результатов. А не просто говорю, вы станете богатыми, у вас будет успех, ваши желания исполнится и так далее. Я вам демонстрирую и успех, и здоровье, и личностный рост, и все остальное. Я вам это наглядно демонстрирую на своем собственном примере. И очень важно, вот это вот слово «кидалово» с большими буквами написано, чтобы вы в первую очередь не поддавались на, грубо говоря, разного рода зазывал, которые на вас пытаются заработать. И вот тут идет кидалово. И второе, что более важно, чтобы вы сами себя не кинули. И когда человек вот это вот пишет, вот это кидалово и так далее, это говорит о том, что в первую очередь он сам себя кинул. Он не обладает ни нужными знаниями, ни опытом, ничем он не обладает. И он не хочет сам себя образовывать. И поэтому и получается, что он тогда вот, это кидалово, это бросалово и так далее. Это вы сами себя кинули. Просто-напросто кинули и пожинаете плоды всего, что есть. Кстати, Сержу Матвиенко, который спросил, а вот что тут карма, вот сейчас такие вот вещи творятся там в мире и так далее. Вот карма там накажет кого-то или там не накажет? Сержу и все остальные. Я лично, для себя любимого, занимался и этим вопросом, чтобы не плавать вот так, и меня не кидало туда-сюда, а было какое-то понятие. Существует общечеловеческая карма. И из-за того, что человек, работая на разного рода предприятий, в том числе и военного назначения, ну там химических и так далее, он... Просто-напросто зарабатывает деньги. Он зарабатывает, надо семью кормить, надо то делать, надо все делать и так далее. И вот полегонечку нарабатывается вот эта вот общечеловеческая карма. Загрязняется земля, загрязняются водоемы, загрязняется сознание. Начинаются разного рода какие-то там недоумения между странами и прочее. И вот вам, пожалуйста, мы имеем то, что имеем. Поэтому
прежде чем говорить о кидалое, там, о карме, посмотрите на себя. На себя. А что вы вот сделали для того, чтобы сами себя не кинуть? А то посмотрев на ваши книги, а только посмотрев, это одно посмотрев. А что в них? Вот вы знаете, если бы я хоть что-то придумал свое, и сказал, вот это мой метод, Вот даже взять, знаете, вот эту вот гравитационную гимнастику, самодумал. Он не придумал эти 5 упражнений, дожим ногами и так далее, То есть это уже было. Но он сообразил, что это может работать. И как это может работать, понимаете? Не придумал, а сообразил, как это все может работать. И дал систему. Сергей Прокопьевич Кривых, последователь Самодумова, автор изодинамической гимнастики. То же самое, те же 5 упражнений, но плюс за счет рычага придуман ими вот этот тренажер, который дает результат. Он что, рычаги придумал? Он что, эти упражнения придумал? Нет, но он вот этот. Он сообразил, как облегчить процесс гравитационной гимнастики. Дальше назвал это изодинамической гимнастикой. Что же я сделал? Вот теперь, что же я сделал? А я лично для себя, на основании Самодумова, на основании Сергея Прокопьевича и его тренажера, подобрал для себя методику. И не просто для себя методику, а для других, которую можно применять и которая работает, и которая уже проверена работает. Вот и все. Так что в книгах? Вернемся теперь к книгам. В книгах общечеловеческие знания о тех же клизмах, о тех же чистке печени, о том же, как правильно питаться и с учетом чего питаться. То есть все это более-менее в какую-то там систему собрано. То есть из мозаики собрана картина, которая нравится или не нравится, работает или не работает. Как говорится, ну вот и все, И вдобавок, чтобы вас не кидали, посмотрите на автора этой системы, которой вы хотите придерживаться. И не просто, когда ему 30 лет или 40 лет, а посмотрите, вот, когда ему будет 70 лет, что он из себя будет представлять. Может, он вообще не доживет до этого возраста. И в первую очередь, не кидайте сами себя. Ел подорожник, надирался хреном и уже почти вырвал у Маслякова победу. И тогда не будет вот таких вот вещей. А раз кинули сами себя, и кто-то вам теперь виноват. От того, что у вас, что вы там объедаетесь или не объедаетесь, малокровие или там не малокровие у вас, что там еще этот, потом позвоночник болит, шея болит и прочее. У меня все это было, все было. И вот я сижу перед вами, и вы можете наблюдать и оценивать. Включайте свою голову в конце концов. Вот что самое важное. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.